субботу в Самарской области малооблачная и пасмурная погода, местами осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 12, ночью 2-4 выше 0. Ветер преимущественно западного направления 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, без осадков, днем плюс 12 градусов, ночью плюс 3. Западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, без осадков, днем плюс 11, ночью 4 градуса выше 0. Ветер западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, в дневное время плюс 11, ночью 3 градуса выше 0. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.